Всем привет, с вами снова славный Дружа Обломов. Как говорится, кушайте много, кушайте вкусно. Все футболки мои уже купили, но неважно. Итак, сегодня, чё-то я сегодня задолбался, если честно, и мы решили сделать обзорчик на салатики. А, место называется Допамин, Допаминея. Салаты и боулы, вот так вот. Там у них ничего о нас нету, только на каком-то фудкорте у них есть какое-то описание. Еда нового времени. Еда нового времени. Блин, как жалко, что мы живем в старом. Жалко, что мы живем в старом времени и, типа, любим шаверму, макарошки поесть, там, курочку какую-то. А чуваки живут уже в новом времени. Салаты и боулы. Блин, почему они говорят салаты и чашки? Боул. Ладно. А Допамин, и ссылка идет, куда идет? Так, еще раз. А, Допамин. Все, я вижу. Допамин и ссылка на самих себя чуть ниже. Это нормально, я просто думал, что он где-то снизу должен быть совсем. Допамин — это гормон удовольствия, достижений и правильного выбора. Окей. Допамин — еда нового времени в формате fast food. Не в формате fast food, а в формате fast food. Для повседневной жизни. Технологичная, что бы это ни значило. Здоровая, сейчас проверим. Эстетичная и с чистыми вкусами. Мы не столько про ЗОЖ, сколько про кайф. Ага, блин, только что написали про здоровое, эстетичное и про кайф. Ну ладно. Для тех, кто внимателен к себе, но не готов поступиться эстетикой и вкусом. Короче, хвалят себя капец как. Я вам честно скажу про салатики всякого рода, что я в них ценю. Они хорошо пролазят внутрь, потому что они обычно хорошо пережевываются. И я очень ценю, когда в салатиках, во-первых, что-то свежее, они написали, что у них прям нормально. Во-вторых, чтобы все было нарезано одинаково, да? То есть как-то, чтобы все было аккуратно. А, ну и, собственно, чтобы оно красивенькое было, тоже зашибись. Давайте посмотрим, что же такое Допамин. Знаешь, что владельцам ресторанов нужно открыть еще два ресторана. Один будет эндорфин, а второй окситоцин. Чтобы... Я бы ходил в окситоцин. Я тоже, на самом деле, мой любимый гормон. Чего они назвали окситоцин? И почему допамин, а не дофамин? Давайте посмотрим, что же такое еда из... Это ресторан или что? Это фудкортная, фудкортный. Кафешка фудкортная. Давайте. Корнер. 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 Господи. Знаешь, короче, есть гоблин, и у него типа сайт тупичок гоблика, гоблина. Это корнер гоблин. Это не тупичок гоблина, это должен быть корнер гоблин. А, пофиг. Ладно, давайте. Еда на стол. Пакетики. А, да, корнеровые пакетики. В них пакетики. Все как всегда идет. Бумажные пакетики в пленочных пакетиках. Черт подери, ничего нового. Но все приехало довольно... Довольно аккуратненько. О, какая здесь чашка! Я прямо сейчас вам покажу. Здесь, короче, гигантская чашка. Просто мистер чашка. Блин, а выглядит неплохо. Зацените, здесь еще гигантская чашка. И эта чашка выглядит неплохо. Так, ничего не просыпалось, ничего... Это что? Это шаверма, что ли? Ладно, это выглядит не очень. Какое-то оно немножечко мятенькое. А здесь у нас... Ладно, окей. Я не знаю, как на вкус. Пока эти здоровенные чашки выглядят неплохо. Итак, погнали. А, да, сразу начну с небольших извинений. Дело в том, что мы заказывали из этого заведения под закрытие. И когда оно уже закрылось, я не могу посмотреть громовочки. Можете проверить их сами. Это... Shrimp Wrap. Wrap. За 540 рублей. А, нашла громовки. 385. Машунь, здесь вообще не 385. Здесь даже близко не 385. Здесь почти в два раза не 385. Что за дерьмо? Это шутка какая-то или что? Народ, это какая-то лажа. Я ничего не могу понять. У меня есть подозрение, что то ли чуваки агрегаторам, типа там Яндекс.Еды и остальным дают... Мы очень часто с этим встречаемся. То ли они дают лажовые громовки, типа, у нас приедет полукилограммовая шаверма. А сами делают там 250 грамм. Но у нас же закажут, потому что она полукилограммовая. А потом я их обсираю, потому что это вообще не... Ну,
Не Яндекс.Еда же берет их из потолка. Наверняка они получают как-то... И самое прикольное, что человек, которому приедет вот таких громов, он наверняка не будет взвешивать. Никто этим не занимается, кроме тебя. Я понимаю, что никто не занимается, никто не такой шизанутый, как я. В нашу группу «Вы чё мне привезли?» очень часто недовесы скидывают. Да, кстати, у нас есть группа ВКонтакте, которая называется «Вы чё мне привезли?». И там можно жаловаться на разные группы и скидывать, и мы это все опубликуем. Так, shrimp wrap. Ну и что это? Что это за shrimp wrap за 540 рублей? Выглядит все, честно говоря, прям не очень. Нет. Мы для вас снимаем на три камеры, каждый из которых стоит по 250 тысяч рублей. То есть на камерах, скорее всего... Я вам отвечаю. У нас, вот, чтобы вы понимали, вот здесь стоит камера, вот, которая все снимает. Вот здесь, вот, смотри. Вот эта камера. Там объектив, который... Ладно, шучу, я, конечно, не для вас его купил. Это просто я немножко на объективы, поэтому... Этот объектив стоит 160 тысяч рублей. На нем какаха будет выглядеть богически. Все что угодно, что пососано как в жизни, но с размытием, выглядит лучше, чем в жизни. Ладно, Машунь, дай ножичек, пожалуйста. Shrimp wrap. Wrap. Давайте разрежем shrimp wrap. Так, вот так, прям по бумаге, и... Ладно, я задам вопрос Сереге. Серега, ты бы вот это заказал за 540 рублей? Ну, да нет, конечно, никогда в жизни. У меня есть один простой вопрос. Это нахер вообще что? Почему это выглядит так плохо? Почему это называется shrimp wrap? И где, мазафака, там shrimp? Это что? Жухлое, фритюрное, переваренное в масле к хренам креветка в лаваше с какой-то капустой. И эта креветка вот там одна вывалилась, и вроде все. Без шуток. А нет, вот еще одна. Тут четыре креветки размером с ничто. И они сухие. Хорошо. Окей. Я иногда понимаю, за что меня ненавидят. То есть я иногда читаю комментарии от хейтеров, типа, друже, ты дурак, ты дебил, ты ничего не понимаешь, это Next Fusion Comfort Food, как там... Ну, не, может, кто-то придет за этим. Просто для меня. Вот я смотрю, лаваш. Во-первых, это вообще не эстетично. По крайней мере, вот эта вот шавуха, точнее, shrimp wrap. Во-вторых, здесь 3,5 каких-то обоссанных креветки. Они выглядят все как говно. Они зачем-то еще во фритюре сами. Хотя оно в булку завернуто. И оно еще в панировке. То есть булка в булке, и остальное это какая-то сладенькая капуста. И это дороже, чем 1500 рублей. Это стоит как две шавермы. Все, давай не будем судить по одному. Может, все остальное будет богическим. Пока это ж... Это плохо. Далее у нас идет боул с авокадо. Ну, такая вот хреновина. 325 грамм здесь должно быть. Что-то мне подсказывает, что нет. Даже с соусом, даже с упаковками. И это мы сейчас называем, агрегатор уже закрыт, потому что мы под закрытие заказывали. 325 грамм, 325 или сколько? Не, здесь нет 325 грамм, никак. И это граммовки с их сайта собственного. То есть они недовесы делают не по тому, что они... Окей, ладно, хорошо. Да, кстати, я уже сказал, что никаких приборов не шло, ничего, никуда. Чё я вижу? Дам вам посмотреть на это, на кручении. Огурец вижу. Какую-то квашеную капусту. И горький соус. Машунь, чё в этом соусе? Посмотри, пожалуйста. Это как майонез, в котором размешали... Соево-кунжутные орехи с шелухой. Это кокосовый тахини. Кокосовый тахини? А что эта херня такая горькая? Эта штука горькая. Она прям горькая. Я не буду ее сюда добавлять. Так, ну ладно, здесь какой-то авокадный крем. Слегка кисленькая, маслянистая авокадо.
еще авокадо. То есть и крем из авокадо, и нарезанная авокадо. Короче, здесь капуста, зеленуха, огурцы. Врать не буду, огурцы свежие. Брокколей немножко. Но соус к этому идет горький. Как его? Кокосовое тахини, как ты там сказала? Нет. Не, во-первых, выглядит хорошо. Базара нет. Я считаю, что я бы это съел, если бы у меня отвалились либо почки, либо печень. Тьфу, не дай бог. Вы знаете, когда человеку нельзя ничего. То есть человеку нельзя ничего. Ему можно какие-то там цветная капуста, какие-то брокколи, какие-то... Слушай, это по факту чуть ли не диета стол номер 5, которая, знаешь, лечебная после операции. Ну, типа, самая пососная. У тебя же, помнишь, что ты был на операции? Я вот ел вот год вот такую хуйню. Я не хотел, мне нужно было. Да! Меня заставляли. Народ, по вкусу это плохо. Это очень-очень-очень чудовищно скучно. Хоть и красиво, базара нет. Если вас только что прооперировали, вам можно только нахрен вот это... Дай бог здоровья. Ай, блин. Бланшировали немножко. Не, жрать можно, но это капец. Но не все у них так плохо. У них есть курица с бататом. Хотя бы курица. Спасибо богам, мясо какое-то. 445 грамм. О, извиняемся, мы попутали. Это фишкейк, и он должен 410 грамм. Нам это никак не помогает. Извиняюсь, я думал, что это курочка. Мы перепутали позицию, сразу извиняюсь. Так, выглядит отлично. И опять же, неважно, фиш или курочка, белок-то должен быть. Выглядит прекрасно. Капуста. Блин, народ, я не знаю, ну просто, может, окей. Из чего вот этот соус? Это томатная заправка. На самом деле, вот эта заправочка выглядит ничего так. Как будто там пюре из каких-то томатов, тыковки. Довольно пикантная штука. Просто без заправок это жрать вообще невозможно. На это можно... Только смотреть. Как это перемешивать, не совсем понятно, но давайте попробуем с заправкой. Окей, с заправкой томатной, это вкусно. Да, не калорийно, но вкусно. Чтобы вы понимали, вот этот вот соус, он похож на соус из помидоров, печеных перчиков, соли. Вот это вот все, то есть зашибись. Так, пробуем котлетку. Почти безвкусная котлетка из белой рыбы. Написано из трески, из лосося, а по вкусу только треска. Там лосося вот практически не чувствуется, хотя я вижу какие-то фрагменты. Не знаю, ну... Не! Честно, если б мне было ничего нельзя, это съедобно. Это хорошо выглядит, это с заправкой. Ощущение, что здесь проблендерили печеные перчики. Вот. Кстати, когда тебе ничего нельзя, тебе еще и соус нельзя. А, ну да. Без соуса как оно? Нет. Суховато будет. Без соуса? Я что, блин, этот кролик, что ли, или что? А я с другой стороны. Эта штука тоже жарена с маслом. А, да? Слушай, нет, тогда сразу нет. То есть, если тебе ничего... Блин, народ. Ну, там в зависимости от диеты, но жареное всегда в диетах нельзя. Я скажу честно. Наверняка это очень полезно. Это все, что я скажу. Наверняка это очень полезно. А вот у нас и курочка подоспела. Курочка с бататом. Черт подери, ну как хорошо выглядит. Вот такой смотришь, прям ешь глазами. Яичко слегка недоваренное, в хорошем смысле, как надо. И батат, и курочка. И вот здесь какая-то пюрешка тыквенная или из чего-то. Морковочка, листики. Прям человек, который все это делает, конечно, художник. 445 здесь должно быть. Anyway, они ни одну свою граммовку не соблюдают, им пофигу. И, так, ну ладно. Кусочек батата давайте попробуем. Так, вот так. Мягкий, сладкий, печеный батат. Кусочек курочки. Сухая шохапец. Окей, честно признаюсь, это самая сухая курица, которую я видел за последнее время. Ладно, на вкус не так плохо, как на вид. Давайте я все это дело залью. Это ореховая заправка. Вот ореховая заправка, зашибись. Хотя первый кокосовый соус горчил капец. А этот кисловатый, сладковатый. Не, это прям более чем съедобно. И здесь есть и курица, и сладкий батат, и белок в виде вот этих яиц. Это
более чем съедобно, это зашибись. Но это стоит 590 рублей. Хорошо, по чесноку скажу, вот чтобы быть более-менее объективным, я никому никогда не обещал быть объективным. Кто от меня ожидает объективности, требует от меня ее, может отписываться. Спасибо. Так вот, это и вкусно, и диетично, и здесь много клетчатки, и здесь совсем немного углеводов, и ореховый соус великолепно подходит, и крем-морковочка вот это просто зашибись, очень вкусно. И все это прекрасно сочетается, и здесь есть курочка, и... Окей. Вот это я называю хорошим, полезным, вкусным питанием. А там, где только капуста, ну это лажа какая-то просто. Так, что у нас по супу с капустой? Друзья, я даже не знаю, что сказать. Это суп с капустой. 260 рублей крем-суп из капусты. А сколько это штука должна весить? Скажи, пожалуйста, на их официальном, между прочим, сайте. Там в миллилитрах, 300 миллилитров. 300 миллилитров. Спорим, если я эту штуку удалю здесь? А, ладно, пофиг. Я даже не знаю, что сказать. Капусту со столовой ложкой сливок пробили и посолили. Все. Нет, текстура идеальная, текстура, я бы сказал, хорошая. Наверняка эта штука даже полезная. Ладно, давайте кончать с этим. Что там еще? Лосось-гриль. Ну окей, выглядит неплохо. Но кусочек лосося запредельно маленький. Я не могу даже назвать это куском. Как бы ты это назвал, Серег? Это нитка лосося? Слайс. Палочка? Слайс. Ну, а, лосось-стик. Стик. Окей. За 760 рублей. Должно быть 350 грамм. Как и все здесь, блин. Ай, блин. Окей. Не, народ, без заправки, конечно, это капец. Медово-горчичная заправка. Прям вот так полью. С ней все должно обрести новый аромат, вкус, текстуру и всякое такое. Ой, тоже куча капусты, кина, вот это вот все. Давай капусту попробую с медово-горчичной заправкой. Ком капусты. Окей, ком капусты, отцепись, пожалуйста. О, народ, окей, я признаюсь честно. Это все съедобно. Авокадный крем вкусен. Медово-горчичная заправка вкусная. Но! Вот по ощущениям, очень капец как не хватает углеводов, даже несмотря вот на это кинуатер, перловка, блин, снизу. Какая мораль? Великолепное место, вот там как курочка пошла, великолепно. Если тебе ни черта нельзя, у тебя отвалилась печень поджелудочная, отсохла жопа, и ты такой... И тебе нужна диета номер 42, где на вопрос, что мне можно, говорят, пошел ты нахер, ничего. Но даже здесь, как только ты поливаешь это соусом, эта диета становится не той диетой, где что-то можно. И тогда вопрос, а на кой черт ты вот эту тарелку травы кушаешь, если там все равно во фритюре котлетки жареные из лосося, из трески, да? А зачем ты купил какого-то лосося там, я не знаю, может он на пару, может нет, я не знаю. Если все равно ты медом его полил. Да, а если как бы и пофиг, то зачем-то страдать? Но, первое, подача великолепная, все свежее. Огурчик, вот огурчики, свежайшие. Соусы вкусные, все хрустит. Капустка. Все красиво. Не сочтите меня за хейтера, я просто не, как сказать, не, я не про это, я не могу, я, наверное, просто не сочтите, владельцы этого заведения, не сочтите за хейтера. Я, возможно, что-то в чем-то не понимаю, может, я тупой, но за эти деньги из серии лосось стик за 760 рублей и там зеленуха капусты за 760 рублей. Или фишкейк боу за 700 рублей, да, там вот котлеточки, вот такие малюсенькие две котлеточки из трески, да, и тоже куча зелени. Я как бы
Но опять же, если вы должны следовать какой-то диете, есть вкусные позиции, базара нет. Но вот shrimp wrap, вот это то, что первое у вас shrimp wrap, если вы меня смотрите сейчас, это, конечно, такого дерьма я давно не видел. Shrimp wrap, там, блин, 3 креветки засохших, пересушенных, еще и сами во фритюре, и еще и в лаваше. Ну это просто жопа какая-то. По меркам чего угодно. То есть это жопа по меркам вкуса, по меркам текстуры, по меркам наполнения, по меркам диеты, по меркам вегетарианства. Это просто хуйня. Но то, что вот с курочкой и соусом зашибись, прям такой, если худеешь, прям четко. С вами был славный друже Обломов. Кушайте много, кушайте вкусно. И огромное спасибо всем, кто ставит пальцы вверх. Насчет допамина, допамина, не допхамина, не дофамина, ладно, похер. Ну, как это, выпишитесь из больницы, заходите. А что вам еще останется? Всем пока.